Уже более 12 тысяч билетов продано в Нижнем Новгороде по Пушкинской карте в этом году. Пушкинская карта — это общероссийский проект, который позволяет молодым людям от 14 до 22 лет посещать различные культурные мероприятия. На эту карту в начале года перечисляются 5000 рублей, и на эти деньги владелец карты может купить билеты. Пушкинская карта у меня есть с прошлого года. Я активно посещаю мероприятия по ней. Я много где была. Я была в театре, в кино. Чаще всего в кино. Это культурное развитие. Вот. Это очень интересно. Реализация Пушкинской карты на сегодняшний день стоит на строгом контроле главы города Юрия Владимировича Шалабаева. Много новых мероприятий патриотической направленности сейчас подготовлены учреждениями культуры. И мы выходим в колледжи, выходим в школы, встречаемся с педагогическим сообществом для того, чтобы рассказать о всех возможностях, которые имеют держатели Пушкинской карты. Всех приглашаем в наше учреждение на новые мероприятия.